здесь приехать, чтобы все это увидеть, потому что это просто космически красиво. Простите, что я с одним глазом и таращусь туда на задний фон, потому что просто невозможно оторвать глаз и невозможно открыть два глаза одновременно, потому что это очень светло. В общем, в этом Улуату ты идешь вдоль обрыва, эти скалы тут, и длинная дорога, лестница. Здесь жарко так, очень душно. И много обезьян. Там в другой стороне было очень много обезьян, я их не снимала, потому что я боюсь остаться без фотоаппарата, потому что ты идешь, там обезьяне какашки, часы человеческие. Очки солнечные, говорят, нужно снимать, потому что их крадут обезьяны. И сережки, да, так что я все в себя сняла и прячу фотоаппарат. Красота. Ты спускаешься по ступеням, и вот так вот здесь выглядят вот эти ступени, которые ужасно страшные, ну да ладно. Это того стоит, потому что здесь нереально красиво. Небоскребы в Нью-Йорке, я не знаю, пешком. И тут ступеньки разваливаются и ходят обезьяны. А у нас в сумке лежат зеленые бананы и дуриан. Дуриан мы только что купили за 300 рублей на дороге. Так что мы сейчас выйдем на пляж и будем вонять там дуриан. Еще мы купили какие-то зеленые бананы, которые я сейчас покажу вам. Мне сказали, что они должны быть очень вкусными. Блин, если честно, я не знаю, как подниматься здесь, Антон. Я поем дуриан и просто наплюю здесь на ступеньки.